В Будапеште стартовал чемпионат Европы по водному поло среди мужских сборных. В первый день национальная сборная России, в которой выступают три представителя волгоградского «Спартака», встречалась с командой Сербии. О том, как развивались события в матче, расскажет наш спортивный корреспондент Константин Родионов. Следом за женским Евро-2020 в столице Венгрии стартовало континентальное первенство среди мужских команд. Сборная России на предварительном этапе выступает в группе «Б», где конкуренцию ей составляют Сербия, Голландия и Румыния. В составе национальной сборной нашей страны выступают волгоградские спартаковцы Петр Федотов, Артем Ашаев и Константин Киселев. В стартовом матче турнира против действующих чемпионов Старого Света сербов красно-белая тройка вместе с партнерами сражалась достойно, но, увы, грозная дружина с Балкан была откровенно сильнее. Проиграв две четверти, после большого перерыва россияне сумели отыграть гандикап в три мяча и сравнять счет. Вот только сербов это лишь сильнее разозлило. В очередной раз чемпионы Европы продемонстрировали свой высочайший уровень и в заключительной четверти дожали российскую команду. Как итог, победа сборной Сербии с разницей в 4 мяча – 13-9. Следующий поединок сборная России сыграет против голландцев, которые в первой игре одержали победу над Румынией со счетом 9-8. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».